честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне юбилейных медалей удостоились жители Северского сельского поселения ветераны Николай Иванович и Агнезия Викентьевна Поварухины. Николай Иванович встретил войну в Ленинграде. В армию был призван в августе 43-го года. Служил в 68-м пограничном отряде на границе с Туркменией. Когда началась война, Агнезии Викентьевне было всего 12 лет. Девочка наравне со взрослыми трудилась в тылу. Супруги вместе уже 70 лет. Агнезия Викентьевна поделилась с гостями воспоминаниями о победе. Мы встречались на Красной площади, когда закончилась война. Я на заводе работала. И на Красной площади всех ради объявила. Мы на Красной площади... Ой, какая была радость. Все обнимались, все радовались. Большая была радость. Да, да. И больше, чтобы не было такой войны, не дай бог, что мы пережили, никому не дать. Никому. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо за труд, за победу, за мирное небо, спасибо. Низкий поклон вам большой, низкий поклон. Супругов Поварухиных ожидал и музыкальный подарок. Артисты Северского дома культуры исполнили для ветеранов песни военных лет.